Привет, дорогие подписчики. Вот я добрался на участок. Тут уже все позарастало, смотрите, все приняло нормальный вид. Я вот вчера смотрел видео, где я подключал электричество, когда закапывали кабели. У меня там звук не записался. Вот по факту выполненных работ, вот что у нас получилось. У нас тут уже все позарастало. Вот сегодня надо будет... Ну, сегодня уже не займемся водопроводом, сегодня только отстреляем отметки. Вот друг Славик приехал на помощь. Мы сейчас подстреливаем отметки. И на этом все. И надо будет делать водопровод. То есть уже время, скоро время будет опять к отпуску, а у меня ничего не готово. Так что надо будет наверстывать быстро упущенное. Вот так рыбалка отняла время. Потом дожди очень большие шли, невозможность было привезти песка. Как-то так. Сегодня вот машина, смотрите, вот попросил песок, выгрузила где. А я просил вот здесь вот. И получается сейчас тачками еще надо будет вот этот гребаный песок таскать. То есть лишнюю работу буду делать. Вообще супер-пупер. Обманули. Ну, уже будем работать так, как есть. Блин, ну это... Вот говорю, вроде бы даже начертил, где, как, схему, и все равно поступил не так чуть-чуть. Может, это не он грузил, но я не знаю. Как-то так. А мы пока пошли отстреливать наши отметки. Попытаемся отстрелять отметки наших септиков и кессона. Чтобы уже понимать, сколько земли подсыпать и вообще на какую мы отметку вышли. Отстреляли отметки с нивелиром, фактически отметки получившихся наших сооружений, вот это вот кессона и септика, ну, чтобы по факту уже знать, сколько уже действительно нам надо земли и сколько надо подсыпать. Сегодня вот наш септик, наш кессончик вот получишься. А по поводу, помните, в предыдущем видео я вам говорил, что не было одного кольца. Но спасибо вот соседу Олегу, он себе тоже заказывал кольца. Я у него попросил как раз в это время, чтобы тоже он привез мне кольцо. И как раз он даже его и смонтировал. Мне просто не было в Санкт-Петербурге, он мне помог. Спасибо ему большое. А мы сегодня приступим. Что? Что будем делать? Мы сегодня уберем вот этот вот грунт, который у нас здесь. Для того, чтобы подвести водопровод и пробить отверстие в кессон, чтобы подвести нашу ПНД-трубу 32. Получается, вот сейчас вычистим нашу траншею и будем укладывать 32 нашу ПНД-трубу. Тут раньше окопы рыли, хрен его знает. Тут все это грязь липкая. Уже тут у нас темнеет, а я решил в траншее еще на 20 сантиметров ниже прокопаться. Ну почему-то решил.
И, короче, я только сейчас докопал. В следующий раз, когда я буду таким заниматься, скажите, чтобы я купил лом. Потому что без лома тут вообще туго. Вот что по факту получилось бы. Вот такие у нас дела. Очень долго копал. Сейчас буду подсыпать песком и буду укладывать трубу. Так, дорогие подписчики, сейчас немножко отвлечемся. Сейчас натяну шнурки, а то у меня кто-то их все пообрывал, контур нашей времянки, чтобы приблизительно понимать, где у нас будет выход ПНД трубы. Так, ребят, уже начинает темнеть, а мы еще ничего не сделали. Поэтому сейчас быстро бежим за перфиком, пробиваем отверстие и укладываем в нашу трубу. Сходим за стремяночкой и полезем вниз. Вот сюда. Нашу трубу ПНДшную. Уже темнеет, я уже потихоньку собираюсь, но еще немножко ее прикопаю. Не буду ее так оставлять. Очень много времени у меня ушло на отрывку еще больше этой траншеи под водопровод. Я еще на 20 сантиметров понизился. Очень много времени потратил. Там известняк, камней очень много. Я очень мучился. Если бы был бы ломик, я обязательно его уже куплю. Дело бы пошло быстрее. А так очень долго это дело шло. Поэтому сейчас я только прикопаю еще, мошку съел, ПНД трубу. И все, на этом закончим. На следующих выходных я уже добью это. И надо ждать трактор. Будем уже планировать наш участок. Потому что уже времени мало остается. И надо уже заказывать доску под домик. Быстро, еще много, очень много работы, а я как-то притормозился. Но это все из-за спины и плеча моего, которое у меня болело. Так что, ребят, оставайтесь с нами, комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь. Так что
Мы пока покопаем, я уже покажу результат по факту, который получится. Так что, смотрим. Это все прикольно, да? Ну, смотрите, что у нас тут летает.